Сколько венников нужно, чтобы поддерживать чистоту в городе? В небольшом Трусковце во Львовской области подсчитали, что для уборки их необходимо тысячи. И закупили веников тоже на тысячи гривен. Галина Якушко проверила, поскольку метел выдали каждому дворнику. Березовый веник – вещь в хозяйстве нужная, и можно подметать дворы, тротуары и дороги. А вот трусковецким чиновникам эта вещь, похоже, нужнее всех. Их там закупили 5000 штук. По счетам чиновникам этого количества должно хватить на год. То есть ежедневно трусковецким дворникам в течение года будут выдавать 14 штук нового инвентаря. Сколько дворников метут такими вениками улицы города, в поисках едем в Трусковец. Проходит 5 минут, и на одной из улиц мы встречаем дворника Володю. Он работает месяц, и за это время получил уже второй веник. Говорит, они действительно быстро изнашиваются. Неякісне діце саме першу чергу. Не стільки це, воно стирається, бо знаєте, от зараз у такому мітані, я вибачаюся. Але самі джоти неякісні, самі джоти треба. Добрий день. Добрий день. На соседней улице убирает отец Володи Олег. На этом посту он уже 5-й год. Ему выдали веник несколько недель назад. Подсчитывает, чтобы качественно убирать улицы, ему нужно 15 веников в месяц. А вы знаете, что вам зараз закупили на той рік 5000 веников? То багато чи мало? На весь рік? 20, порахуйте, 21 чоловік. 20 чоловік, хай буде грубо 15 мітел в місяць. То маєте скільки? 300. Так? 300 на 12 повністю хватає. Ще має бути запас. Як більше мітел, я певно, що легше. Я не буду економити її. Сколько веников в месяц будут выдавать местным дворникам? И где намерены хранить 5000 единиц инвентаря? С этими вопросами идем к директору коммунального предприятия, которое занимается закупками. Здесь нам не рады. Выйдите, пожалуйста. Выйдите, будь ласка. Выйдите, будь ласка. А що вам мою журналістку закрили? Телефонуйте директору. По телефону директор комунального предприятия с нами общаться также не захотел. В Винниках все ясно, что там буду вам пояснить. С этим же вопросом отправляемся к мэру. Такое количество веников вызывает у него удивление. Действия подчиненных объясняет по-своему. Там хіба 5000? Там, по-моему, 5000. Він буде купляти по 100 віників. Він може купити 400 віників за рік. А може купити 1000 віників, може 2000. Це залежно від того, по потребі. Зношуються, от у нас ж немає складів на таку кількість віників. Самі ж дворники з нетерпінням ждуть обновлення інвентаря. Щітка – це супер би було. Це елегантно, це би було супер. Берези псуємо. То все з берези йде, людина вирізає. В Трусковецком горсовете также говорят, менять березовые веники на новые, пластиковые, в ближайший год не собираются. Этими, мол, убирать экологичней. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности, телеканал Интер, Львовская область.